Здравствуйте, дорогие зрители! Я тут стою на променаде Цюриха, и мы с агентом представляем всех, которые занимаются искусством, музыкой, актерством и которые сами рисуют. Вы, наверное, спрашиваете себя, почему у меня такой на голове одетый, почему у меня очки? Да, это все наша программа. Мы представляем их биографию, мы представляем их жизнь, всем, чем они занимаются. Мы очень рады, что вы смотрите нас.